Знаменитая песня, ставшая гимном памяти о бессмертном подвиге советского народа. На сцене пусть и не профессионалы, но настоящие патриоты, поющие сердцем и от души. Любовь к родине для них – это в том числе и строки, написанные поколением победителей. Участники проекта «Песни победы отцов» – это папы и дедушки из разных городов и районов Самарской области. Благодаря патриотическому марафону свой мужской хор появится в каждом муниципалитете региона. Концерты уже прошли в Кинеле, Чапаевске, Черновершинах, а теперь песни «Великой победы» звучат со сцены Жигулевского ДК. В зале жители Тольятти, Сызрани и Октябрьска. Инициатором музыкального проекта выступил Совет отцов при уполномоченном по правам ребенка в Самарской области при поддержке общественной организации «Филармоническое общество». Цель Совета отцов, формирование Совета отцов, это прежде всего поднятие статуса отца, статуса мужчины в семье и воспитание детей и формирование статуса отца в обществе, которое, к сожалению, по тем или иным причинам в последнее время было утеряно. Как раз вот Совет отцов, он нацелен на то, чтобы образ успешного мужчины, многодетного отца, успешного отца, неравнодушного отца, его подчеркнуть и показывать детям. Каждый визит в тот или иной район обязательно сопровождается рабочей встречей. Там, где еще нет территориального совета отцов, он будет создан, чтобы на местах развивались проекты, направленные на патриотическое воспитание молодежи, деятельность в сфере культуры, спорта и образования. Мы приехали из города Сызрань, представитель от города Сызрань, поинтересоваться, посмотреть на эту организацию. Поинтересовался конъюнктурой, да, этой организации. Будем стараться развивать такое же направление у нас в городе. Торжественный старт патриотическому проекту «Песни победы отцов» дали 2 февраля на площади Славы. До 9 мая эстафету акции примут и другие муниципалитеты. Присоединиться к марафону может любой желающий, независимо от вокальных данных. Вместе с хором отцов на сцену выходят и профессиональные исполнители. Совместно с художественными руководителями они будут проводить репетиции и инструктировать вокалистов-любителей. К нашему хору, к хору «Золотая лира» в январе этого года пришел Константин Юрьевич Даладов с инициативой провести масштабную акцию «Песни победы отцов». Эта акция включает в себя поездки большого хорового коллектива по всем центрам Самарской области. И как финальная точка всех этих выступлений, всех этих концертов, будет общее выступление отцов 9 мая на склоне около площади Славы. Выступление сводного отцовского хора состоится после шествия бессмертного полка. На финальном исполнении планируется объединить порядка 5000 участников. По количеству певцов сводный хор может стать самым большим в истории страны и поставить новый российский рекорд. Алия Сетбаталова, новости губернии.